Всем привет! Всем привет! Софушка уже пришла с танцев, сходила в агрокомплекс, купила снежок себе взяла. Я попросила ее купить сметанку, кефир и взяла себе сырки. Ага. Хорошо. Так, а ты что будешь завтракать? Я хочу не хлопья, как они, которые вчера... Мюсли. Да, мюсли съел. С йогуртом или со снежком? Не, наверное, все-таки с йогуртом. Да. Йогурт-то он как-то... Какой у нас тут йогурт? Тут йогурт малиновый, а снежок он, наверное... Там типа как молоко, только сахар добавили. Нет, типа как кефир, просто сахар. Сладкий кефир. Что ты будешь делать? Вот он. Ну ты ее сполосни, зай. Да, да. Так что сейчас буду делать окрошечку. Софии это приготовлю позавтракать. А то она проснулась. Быстро-быстро сегодня надо было на танцы. Она зубки почистила, оделась и побежала. Так, сегодня на танцы вечером. Чтобы не забыть. Я все боюсь, что забудем. Ну что, давай готовиться завтракать. Давай. Все, я нам завтрак приготовила. Я буду завтракать окрошкой с хлебом. А София будет кушать мюсли. Блин, я так ложку кинула с йогуртом. Так, где она? Дочь! Опять, наверное, мультик сидит, смотрит. Мультик опять смотришь? Да, пошли давай завтракать. Пришла голодная с танцев. Окрошку не будешь? Точно? Столько тебе хватит? Да. Смотрите, как хорошо солнышко. Не холодно, зай? Нет, там жарко. Жарко, я сегодня ей куртку дала надеть. Она пришла без куртки. Говорит, мама, не жарко, не могу. Бельишко мое не высохло. Потому что ночью в квартире было прохладно. Вот, так что сюда вывесила. Мама, можно компьютер принести? Всем приятного аппетита, кто кушает. И хорошего дня. Да я села уже кушать. Софии нет и нет. Думаю, пойду поснимаю, покажу, как она пошла за компьютером. Наверное, села на диван и опять мультик свой смотрит. Только встала со стула, хотела пойти. Смотрю, идет. Все, дочь, приятного аппетита тебе. Спасибо. Мы, значит, покушали с Софией и приняли решение. София, да? Расскажем зрителям, какое решение мы приняли. Приняли решение, что нам нужно отдохнуть. Что мы очень сильно переели. Софа. Вот. Ну и вот мы приняли решение, что нам нужно отдохнуть, потому что я встать не смогу. У меня полный живот. Я наелась просто. Не знаю, наверное, до завтрашнего дня кушать не буду. Окрошка была очень вкусная, я не могла остановиться. Я еще сверху чай попила с мятой и с медом. Так что все, я боюсь взорваться. А у нас, посмотрите, три кота здесь, три кота здесь. Соф, тебе что, мало? Компьютера? По литературе там у тебя какая-то сказка следующая идет. Надо посмотреть, зай. Я смотрю, знаете, почему это кубоку? Потому что там есть разные идеи, как можно будет поиграть. И надо это смотреть. Понятно, понятно. Здесь мушки, да? Пожалуйста, мушечку. Нате мушечку вам. Включайся, Она включена, и надо просто это поводить и все. Кто смотрит только бока, пишите. Ставьте лайк. Все, София, я пойду в комнату посплю чуть-чуть, можно? В смысле? Я очень плохо ночью спала, дочь. Я практически не спала, я не могла уснуть. Не знаю, что такое, прям вообще ночью очень... Не то, что очень плохо спала, я уснула, когда на улице уже был рассвет. Что-то прям как-то
не очень хорошо себя чувствовала я. Вот. Я, наверное, сейчас не усну, просто полежу в комнате и все. Потому что надо Софии еще позаниматься перед танцами. Завтра вообще-то в школу. Сегодня крайний выходной. О, будьте здоровы, живите богато. Точно. Будь здорова, котелочек. Что делаешь? Софушка, поставь на стоп. Это, на танцы надо потихонечку собираться. Время уже, дочь. Ты сказала, что вечер. Сейчас еще не вечер. Уже вечер, зай. Вечер, это когда уже будет вечереть. Еще солнце. Я смотрела, знаешь что? В Альберисе в Инстаграме лампы кольцевые. Давно хочу купить кольцевую лампу. Короче, в Альберисе кое-какие нашла. Отзывы читаю. Такие хипленькие, пластмассовые, многие, тренога идет пластмассовая, вот, нашла в Инстаграме, парень занимается этими лампами, продажей, кинул мне видеообзор на эту лампу, тренога металлическая, лампа яркая-яркая, короче, стоит у него лампа, это 12 тысяч. Купи. Нафига тебе лампа 12 тысяч, зай? Ламп 5. Знаешь, одна лампа, она должна стоить 12 тысяч. Потому что кольцевая лампа, она где угодно понадобится. То есть также в ТикТоке там или в Инстаграме снимать. Не, ну я знаю, что лампа нам нужна, да. Вот так вот, вот снимать, чтобы яркий свет был, я согласна. Блин, ну мне кажется, 12 тысяч это дорого для лампы. Для не, она... лампы это нормально. Не. Зай, что такие носки грязные у тебя? Ты их видела? Это которые у тебя с танцев? А ты чего их не сняла? Я не хочу. Молодец. Я на танцах. На танцах. А вот это у тебя что, от туфлей? А? Это у тебя от туфлей? Или там что-то делать? Танцевать. В смысле танцевать? На танцах что вы там будете делать? Это что, русский язык тебе будет там писать, что ли, что? Ты сказала, что там будет что-то будем делать. Ну, семинар это. Какой семинар? Называется семинар. Что ты там ей делаешь? Семинар это не от слова семечки, зай. Это цветы сажать. Цветы сажать семинар? Ты думала, что ты пойдешь на семинар цветы сажать? Ой, доча, давай, убирайся. Все, давай, все, складывай, убирайся и собираться. И я тебя посажу на самолет и полетишь на танцы. Ну не надо, что ты все портишь своими этими блесками? Давай, я сейчас тебе его заправлю, самолетик. Ты пока будешь собираться и полетишь на нем. Все. Да, сейчас заправлю, не переживай. Как? Давай. Как? Все, вставай, давай. Все, он поехал. Полетел заправляться. Он заправляется. Угу. Давай быстрей, кушает она. Хватит. Все, собралась. Блин, как мне не нравятся тебе эти леггинсы какие-то вообще, блин. Мне нравятся. Ужасные какие-то, зай. Все, ты готова на танцульке? Да. Так, а сколько времени? Посмотри, а где телефон? Ты телефон поставил на зарядку? Зачем ты на него встаешь, дочь? 17%. Ну, 17%. А сколько время? 15:30. Все, давай. А сколько начинается? 16:00. Что такое? Сейчас напиваю, и ухо чисто. Ладно, все, давай, иди. Наберешь мне, да? Ага. Давай, как придешь, наберешь. Хорошо, Зайка? Все, давай. Удачи.
София пришла с танцев и кое-что нашла. Давай покажем. Это папа, это я, а это... Подожди, надо сравнить. Ну, это папа, это мама, а это я. А что это такое? Это желуди. А где ты их нашла? А, в дороге шла, где много деревьев, где шишуки жарят. Там. А, в беседках? Да. Вот где беседки стоят? Да, где беседки стоят, а я тебе говорю, прям где дорога, и вот здесь деревья такие стоят. А там чего у тебя в руке? Для моей куколки. А, это от желудей, да? От желудей, или как правильно? Ага, все. Прикольно. Ну чё, как, Зай, натанцевалась? Ужасно, как устала. Ужасно? Ну это хорошо же. Все, теперь отдыхай. Ну тебе понравилось? Научилась чему-нибудь? Да. Ну классно. Как раз я почему тебя записала на этот семинар, потому что там тренер, парень, ведет, а тебе нравится, когда он ведет. Ты говоришь, с ним весело и интересно, вот я тебя и записала. Никита Алексеевич. А кто? Там еще один дяденька есть у вас? Да? Прикинь. Давно не ходила к тебе туда, не знаю, кто у вас там сейчас. А я себе заварила опять чаечек на травах. Соф, будешь кушать? Я достала окрошечку. Давай, положу. А ты давай все в стирочку, хорошо? Носочки, футболку. Что это такое? Софа устала? Да. Вот так вот София на выходные отдыхает, да? Танцует на танцах. Ну ничего, Зай, это ж хорошо. О. Тело здоровое. Все хорошо у тебя. Попрыгала, побегала с девочками там. Классно. Все, давай, котеночек, вставай. Ты решила первой математикой позаниматься? Нет, хочу. Математика, ты еще забыла. А? Еще математику на научку. Ну да, София, мы так договорились с Софией, когда задают учительница устно, она эти задания выполняет в черновике, не переписывает в чистовик. Вот. Вот она сейчас будет делать математику, еще литературу прочитать и на вопросы ответить, на те устно, которые, да? По русскому точно ничего не задавали? Точно. Ой, мама. София с бабушкой разговаривает, с Иришкой. Ир, привет! Мам, привет! Она сказала привет. Я говорю, мам, привет! А. А, типа, можно треугольники оранжевые, там зеленые, зеленые. Вот так, да, можно еще? Ну да. Так что мне здесь не поместится, но это не другой точки. Да. Это для устного делать. Отпустила Софию на улицу. Она выучила математику, говорит, литературу можно завтра, потому что время уже, там Ира занята. Покупала эти штаны Софии на физкультуру на втором классе. Они такие тоненькие, удобные бегать. Встань ровно. Тебе уже маленький, короткий, дочь. Смотришь на нее, такая маленькая девочка. А вещи надевает, блин, все ей маленькие. Я просто костюм вчерашний постирала. Так, ну давай ты в топе иди. Если чуть-чуть холодно будет, прям домой забегай кофту, хорошо? Чтобы не замерзла. Ну, в принципе, на улице не холодно. Давай. В окошечко выгляну, чтобы тебя увидела, поняла? Никуда, кроме как со двора, не уходим. Все, давай. Если задолго, то я тебе звоню. Крикнешь, окно открыто. Я тут сейчас буду стелить постель. Да. Буду в комнате. София прибежала за кофтой. Говорит, там дождик, прохладно. Серьезно? Давай тогда недолго, ладно? И давай, чтобы не замерзла. Но все равно. Не, круто, круто. Я просто боюсь, чтобы ты не замерзла и не заболела, София. Носом подыши.
носом. Дышит? Да. Все. Ладно, давай, беги. Да. Давай. Дождик закончился там, зай? Да. Закончился. Сейчас хотим сесть покушать окрошечку и ложиться отдыхать, да, зайка? Потрогай, сильно холодная. Я достала с холодильника. Да, холодная, блин. Кстати, Жека приехал, он где-то куда-то ездил. А, ездил? Да. Понятно. Будь здорова! Спасибо. София расчесала волосики. Покушала, все сделала, теперь будем ложиться отдыхать. Ребята, я вам хочу сказать, что я люблю делать. Спать, есть, гулять и еще раз спать. Классно. Я думаю, все это любят. Отдыхать еще. Ты все уже готова спать, отдыхать? Все классно, я тоже готова. Накушалась. На ночь вот так нельзя кушать. У меня этот полный живот. Потом тяжело мне будет засыпать. Ты как, нормально? Да. Ну все, будем ложиться отдыхать. Завтра начинается новая неделя. Учиться и еще раз учиться. Чтобы были умные, грамотные девочки, да? Чтобы в жизни все было хорошо. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока! Да, друзья, всем пока-пока, до завтра. Пока-пока, до завтра.